Всем привет! Вы на канале «Мои каникулы». Сейчас я вам хочу сообщить, что у меня на канале 40 подписчиков. Спасибо вам за то, что вы меня смотрите, лайкаете мои видео, что подписались на меня. И вообще, спасибо вам за все. Я вам просто благодарна. Спасибо. И я очень рада, что у меня 40 подписчиков. И вам сейчас сниму видео одно. Мне канал «Милашки Чухашки» Яна. Она мне с Сочи, ну вот знаете, да? Она в Сочи ездила, и она мне привезла с Сочи подарки. Я вам сейчас их покажу. Вот, сразу тут видите. Ну, не сумка, нет, сумка не считается. На сумке я сразу покажу, что она мне привезла вот такой брелок с дельфином. Дельфин, и он держит мячик. Такой прикольный, синенький, прозрачный дельфин. Я его сразу прикрепила на сумку. Отложим. Дальше она мне привезла вот такой магнитик. Тут написано «Лазаревская». У нас тут крабик, звездочка морская, водоросли и ракушка. Вот сзади магнит такой. И сейчас я вам хочу еще показать камни, которые с моря она мне привезла. Такие камни. Первый у нас такой полосатый камень, серо-белый. Вот такой у нас маленький гладкий камень. Дальше у нас вот такой идет камень. Просто он чисто белый. Мне так понравился. Хоть он и не просто белый, но я сразу представляю, что это какой-то клык, это какой-то суп какой-то. От какого-то животного, видите? Вот. Дальше вот такой камень. Он такой серо-фиолетовый. Но мне сказала Яна, что если их помочить, то они станут еще красивее. Вот, дальше у нас идет такая шишка необычная. У нас такие шишки вообще не бывают. И только вот в каких-то южных местах, например, Сочи. Вот она мне привезла вот такую шишку. Не похожа совсем на нашу. Она вот такая вся полукруглая. Ну такая вот, видите, вот. Там семена у нее такие, ну, мне она очень нравится, такая черная шишка, видите, какая-то черная шишка, такая прикольная. Вот, вот что она мне привезла, хоть маленько, но мне это все понравилось, я это все ценю. Вот эти мои камушки, они как в коллекции какой-то с шишкой, а этот магнитик, я его вообще на лампу, ну, на лампу я его... Как же это слово называется, блин, забыла. Ну, сами поняли, да? А вот этот брелочек я просто нацепила на сумку. Вот. Ну и ладно, всем пока. Спасибо вам еще раз за то, что смотрите меня. Все мои слова, которые я уже вам говорила, да, вы знаете. И ладно, подписывайтесь на меня, ставьте лайки. Всем удачи, всем пока.